Всем привет, дорогие друзья, на связи снова я, Эдди, и сегодня хочу вам показать топовый мод для GTA San Andreas, который висит в топе на сайте libertycity.ru уже не первую неделю, и данный мод добавляет в GTA San Andreas возможность играть в дартс. Такое было в GTA 5, но несмотря на это, мод оригинальный, и мне он очень понравился, так как новые игры в GTA San Andreas — это прикольно и есть чем развлечься. Итак, чтобы сыграть в дартс, мы отправляемся вот в этот бар, который находится около Grove Street, и заходим в него. В принципе, ничего сложного нет. И давайте посмотрим, как же играть в этот дартс. Итак, дартс, мишень расположена слева. Мы заходим на этот красный маркер и нажимаем клавишу F. Вот так вот. И все, игра началась. В принципе, есть три варианта игры. Я правила плохо знаю. Есть 301 очко, 501 и вроде 1001 очко. Суть в том, чтобы спустить это значение до нуля и в самом конце попасть либо в яблочко, либо в удвоение. Но всех правил я рассказывать не буду, так как я их не знаю, вы можете их сами зачитать. Итак, управление. Берем в руки мышку и вводим влево-право и целимся. И потом зажимаем левую кнопку мыши и стреляем. То есть вовремя ее отпускаем и аккуратненько зажимаем. В принципе, вот так, друзья, летят дротики, все очень классно, анимация, мишень сделана тоже качественно, видны все цифры, обводка, само яблоко видно. В принципе, у нас уже 226 поинтов, и нужно его добить хотя бы до 20, вот видите, почти в яблочко попали. В принципе, прикольная игра, если вы прошли GTA San Andreas и вам нечем заняться, то дартс — это самая тема. Мод вышел, если я не ошибаюсь, в июле 2016 года, понравился публике, там очень много положительных отзывов. И в конце видео я вам покажу установку данной модификации, так как там реально немного сложновато для новичков, наверное. Но я покажу, и все у вас будет отлично. Итак, у нас уже осталось совсем мало поинтов, и давайте постараемся добить эту игру. Так, давайте постараемся выиграть уже. Нет, нет, бинго, это не есть хорошо, так. Ну, наконец-то я выиграл, друзья. В принципе, суть в том, чтобы в конце мы попали в удвоение очков. И, ну, там свои правила, почитайте, вы все поймете. Итак, давайте перейдем к установке мода. И чтобы выйти из игры, мы нажимаем на клавишу F. Все, отлично. Так, вот мы вышли, камера отъехала, и давайте перейдем уже на рабочий стол и покажу, что как надо устанавливать. Поехали. Все, запись пошла, отлично. Ну что, друзья, давайте перейдем к установке. Вот вы скачали архив мода Darts. У нас тут есть две папки, в IMG и в папку с игрой. Давайте начнем с IMG, наверное. У нас тут 4 файла, мы их копируем, переносим в любую папку на вашем компьютере. В моем случае это папка видео, окей. Я их беру, цепляю, перетаскиваю, и вот они вот здесь. Далее мы запускаем программу LC-IMG Editor, чтобы открыть архив GTA 3 в нашей GTA San Andreas. То есть мы открыли программу, нажимаем на синюю кнопочку, вот эту папочку, и мы переходим в, по пути GTA San Andreas, ваша игра, папка Models, и тут GTA 3 IMG. Запускаем, нажимаем стрелочку вниз, зеленую, берем те 4 файла, которые мы перекинули, вот эти 4 файла, нажимаем открыть, они стали такие зеленые, и нажимаем клавишу Rebuild, то есть пересобрать архив, это долгая процедура в какой-то степени. И давайте перейдем дальше. Так, это мы сделали, ждем, пока архив пересоберется. Там будет 100%. И идем во вторую папку. Папка с игрой. Переходим в Cleo. Берем два эти файла. Так, переходим сейчас в GTA San Andreas. Вот. Но перед этим у вас должно быть установлено Cleo версии 4.3. Запомнили? Без Cleo не работает. Окей, установили Cleo и кидайте два эти файла в папку Cleo. Вот. У меня они уже закинуты, но ничего, я тупо их заменю. Сути не меняет. Дальше, идем в папку Data. В папку Maps. И переходим в эти папки тоже ваши GTA San Andreas. Data, Maps. Ой, так, это мы свернем. И перекидываем этот файл в папку Maps. Вот так. Он должен быть у вас вот здесь. Вот такой. Отлично. Часть работы сделали. Далее идем в Redmi.
Обязательно. Ищем вот эту строчку. ID mapa dots map. Мы ее копируем, Ctrl-C. Запомнили? Потом переходим в дату и открываем текстовым документом, ну, блокнотом, файл gta.dat. Вот он. Открываем его. У нас тут всякие надписи. Мы переходим в самый низ, вот сюда. Ну, не в самый низ, а вот низ ID data. Нажимаем Enter и Ctrl-V. И вставляем то, что мы скопировали из readme. Вот, у нас должно получиться вот так. Вот начало, мы спускаемся, и вот наша строчка. Вот она. И потом закрываем и нажимаем сохранить. И все. В принципе, все, мод установлен. Больше делать ничего не надо. Тут у нас есть. Также можем. Извиняюсь за мой кашель, приболел. Так вот, мы можем изменить правила игры. То есть мы заходим в Darts, вот такой параметр конфигурации. Заходим сюда. И если вы хотите, чтобы в игре было, допустим, 501 очко, вводим тут параметр 501, ну или 1001, это все от вас зависит. Также можно поменять еще расположение дартса, но я в этом не особо шарю, поэтому не буду показывать, а то еще вылетит игра нахер, так что обойдемся без этого. Окей, в принципе, мы все установили, все сделали грамотно, четко, все будет работать, друзья, так как я делал точно так же, и у меня все работает. Все, архив пересобрался. И закрываем его. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Многие люди просили, чтобы я показывал инструкции, как устанавливать к таким вот сложным модам. И вот я показал ради вас. Всем спасибо еще раз. Всем удачи. До новых встреч. Пишите в комментах, что я сделал не так или что вам понравилось. Будет интересно почитать ваши отзывы. На этом все. Всем спасибо и всем удачи. Не забывайте устанавливать Clio 4.3. Удачи.